Так мило они сидят на своих тележечках. Darling, maybe I have. И это тоже сидит на своей тележке с ножками прямо. Загулялись и забыли, что забыли там в Сарнатхе зонтик Саши, черный зонтик. У меня еще есть мой розовый, и купим ему новый зонтик. Лень уже возвращаться. Мы девочку с собой пригласили с нами, чтобы ей не платить. Покупает новый зонтик. Бежут вот эти стаканчики, из которых пьют чай. Продает. Or sometimes they carry. Some people pay money, bring back to their shop, no? Вот сверху тоже у него эти чашечки для чая. Darling? No, I mean go. Ехали туда. Нифига не работает. Нет, работает, работает. Я там снизу подписала Ирина Саши. Но теперь give me. А теперь он у нас король, кинг. Но это не я подписала, это было подписано. Да. They put color? Обкрасят. Вот кипятят краску. Краски кипятят материал. И можно разного цвета добавить. Боже, как они меня еще не прогнали. Лезу ко всем. Кто рано встает, тот всех достает. Пластик. Что обозначает, не знаю. Но приятная забегаловочка и есть вентилятор. Можно посидеть. Ну вот это ласси попроще. Darling, how much this ласси? Вот это вот за 15 рупий. Маленькие чашечки. Там у него есть большие. И тоже такие красивые. Тесте. Вкусно, говорит. Вот фото в Варанаси. Вот это ежевечерняя прекрасная пуджа, где 5 молодых браминов. 5, по-моему, да, делают эту пуджу. Каждый вечер молятся Ганге. Потрясающе. Ну и даты. А взбивают они ласси не электрическим миксером, а вот такой огромной, и вот какая моя рука, и какая огромная эта мешалка. Круто. Very good. Thank you. Very tasty. И вот целая куча красивеньких чашечек. Жалко. О, прямо так жалко. Богатая семья, спонсор вот этой вот этих вот кранчиков питьевой воды фильтрованной. Вот они это построили на свои деньги. This is no. Milk powder, powder of milk. Juice powder, milk powder. Milk. Так, вот кремчик нам надо, забыли мы взять крем с собой. 10 рупий, Нивея такая, Нивея. И вот такой вот купим, делаем дома молоко. Сейчас много всяких министров приезжает. Гуру Пурнима, наверное, хотят поклониться. Вот там вот мы сейчас кругом. Охрана. Вот у них такие даже железные домики с дырочками. Если что, отстреливаться, видимо. Кругом полиция. Thank you.
Так, мы сейчас попробуем это бате купить. Угу. Вот инсайд микс, микс? Инсайд масала. Масала микс, окей. Угу. Ой, 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 ой. Тут круто тут так. О! Нормально. Что-то мы голодными тут никак не получается посидеть. Попробовать только, да, одну тарелочку. Какой смешной жир. Так. Что делать-то? Ага. Как бы у него изо рта что не выпало. Так, а, он ги, ги окунул, в масло окунул эту штучку. Курма не надо. Thank you. Thank you. Пантуба паратха хай, бати джоха хай. Я буду сироп тесть хамин. А, намкин айтам бери. Ну что, будем пробовать. Я очень вчера хотела это попробовать, мне шанс выпал. Окей? Try? Thank you. Горяченькая, свеженькая пища из Раджастана. Are you from Rajasthan? You from Rajasthan? No, Varanasi. Varanasi. И вот эти два шарика вместе с подливкой стоят 14 рупий. Но жестковатый, конечно. Вкусненько, но я не голодная, видать. А вот несут еще очередное тело. Рамнам Сатахе. И вот из этого кафе постоянно видно, как проносят эти мертвые тела, потому что эта дорога, эта улица, она идет как раз на Маникарникагат, где самый главный бёрнинг-гат, самый большой, где сжигают людей. Вот поэтому мы сидели, ели свои шарики, бата, вот под людей, которые проносят... Что? И вот этот продавец как раз напротив нашего любимого магазина Favorite Shop, not now, любимого. Тут ребята полицейские все время тут охраняют. Такая старинная дверь. А вот на таких носилках несут мертвое тело. И здесь 7 перекладин, которые символизируют 7 чакр. Ой, мама. Здесь офис для людей, которые приехали дожидаться смерти в Варанаси. Мы пришли в здание, как приют, последний приют. Этот милый человек в
тот дом. Там я увидела только одну женщину, которая сидит, дожидается. С ней беседовали то ли корейцы, то ли китайцы, то ли японцы. Попыталась немного скрытой камеры поснимать. Вот, но этот проводник наш это увидел. Говорит, нельзя, надо получать разрешение. Самое дешевое разрешение от их мафии стоит $200 для таких простых любителей, как я. Для кинокомпаний это стоит $2000 от, вернее, $2000 и выше. С того места видно, с того балкона видно, как сжигают людей. Внизу ганга, в которой вот эти вот представители этой кассы, касты, дом Раджа, ходят с сетями и ловят драгоценности. Когда сжигают тело, там надо 4-5 часов, чтобы его сжечь. И родственники не имеют права снимать. Мама, мама. I afraid, мама. Окей. Родственники не имеют права снимать драгоценности. Саши говорит, конечно, снимают богатые семьи, где драгоценности там стоят целое состояние. Естественно, они снимают. Но, в принципе, вот, вот еще по этой дороге. Рамнам Сатахе, значит, имя Рамы истина. Вот. Они даже должны сказать этим людям, что у него были, допустим, золотая цепь там, сколько колец, и о золотых зубах они должны сказать. И люди там по макушку, ныряя в воду с сетями, вылавливают, молодые люди, что-то. Все останки, какие можно выгрести. И я видела, они втаскивали это на лодку, и там уже потихонечку, аккуратненько перебирают. Ну, они достаточно богаты, поэтому эта каста и называется Раджа, поскольку достается много. Вот только в поезде украли у молодой индуски, которая ехала в дешевом, как мы, вагоне, в слипере, на 350 тысяч рублей, на $5000 украли украшений. А сколько у нее к концу жизни накопится, да как она обвесится. Вот. Дело это выгодное, хоть и неприкасаемое. И там, конечно, кругом мафия. Туда не подобраться. Я уже сегодня второй раз, или который рискую, включая камеру и держа ее в кулаке. К нам пришли эти муравьишки. Очень не хочется их убивать, но другого выхода нет. 15 рупий вот такой мелок антитаракановый, но муравьишки тоже от него умирают. Кукарача. Угу.